Симбиоз жанров и совесть поколения у выставы «Декарт-22» выбранная открылась у Витебску. На ее представлены лепшие творы 5-го триеннале декоративного мастерства Белорусского союза мастаков. У экспозиции сучасный текстиль, керамика, шкло, батик и металл. Наведвальники могут увидеть формы как классического мастерства, так и новые экспериментальные интерпретации. Выстава демонстрирует новаторские подходы до декоративно-прикладного мастерства, которое поступово выходит на інший узровень, узровень объектов. У выставочной зале не только работы в опытных мастаков. Шерах творов – это выник фантазии и пленной працы талиновитой молоди. Буйный мастацкий проект объединил творчих людей из усіх регионов Беларуси. У меня представлена работа художественного текстиля. Она идет как работа-трансформер и арт-объект. Особенность этой работы заключается в том, что интерес, помимо ее трансформации, ее можно использовать, как и прежнее упоминала, в практических целях. То есть если она в интерьере висит на стене, при приезде, например, гостей, она может спокойно, вот как в данном случае, оказаться на полу, и она выдерживает несколько человек по весу спокойно, с ней ничего не может случиться. Мы видим на самом деле работы, которые становятся частью нашего городского пространства, частью нашего выставочного пространства. Мы понимаем, что керамика и текстиль стали уже практически инсталляциями. Это работы, которые удивляют художников не только своим видом, не только своим темой, но даже материалами, из которых они сделаны. Отчуть энергетику творов и познакомиться со светопоглядом их авторов можно у выставочной зале Витебского центра сучасного мастацтва. Экспозиция будет находиться тут до 26 красавика.